нет. Магазины закрыты все еще. Нету моего спортзала. И твоего тоже, Дим. Йоги нет. Ничего нет. Сегодня 17 октября, суббота, последний день так называемого второго карантина. Мы гуляем, как обычно, по субботам. Вот мы пережили этот карантин, и по ходу движения возникали вопросы, где логика. Вот логики как раз мы не всегда, ее не всегда было видно. Может ли быть такое, что логика сегодня есть, а завтра ее нет? Или это просто полное отсутствие логики? Еще и объяснять этот карантин нужно было не эпидемиологией, а политикой. Вопрос. В итоге народ вышел на демонстрации. Началось все это в июле, да, в июле, и продолжается вот уже какую неделю подряд. Причем начиналось все в основном с демонстраций в Тель-Авиве и в Иерусалиме. В Иерусалиме напротив резиденции премьер-министра на улице Бальфур. А потом с введением второго карантина появилось так называемое правило 1 километра, то есть нельзя было удаляться от дома на расстояние, превышающее в 1000 метров. За исключением ряда оговоренных случаев, но демонстрация там особо подчеркивала, что можно выходить на демонстрации, но в пределах вот того самого километра и в так называемых капсулах, да, там группами там, по несколько человек, не суть. И что интересно, народ на Бальфур приезжать перестал, поскольку это запрещал закон, то есть надо было превысить тот самый километр, но в итоге демонстрации стали проходить практически по всему Израилю, на всех больших перекрестках, во многих городах страны. Каждую субботу, а то и чаще, люди стали выходить на улицы с плакатами, с требованием отставки премьер-министра. Маш, да. Первый раз в жизни идешь на демонстрацию. Первый раз, да. Че вдруг? Ну, мне кажется, что все, не могу больше терпеть. То есть здесь был, конечно же, и политический момент. Беньямина Нетаньяху обвиняют в коррупции. У него в январе активная фаза его судебного процесса. Но вместе с тем выходили на улицу и те, кто просто пострадал от пандемии. Причем понятно, что никому и в голову не придет обвинять, например, правительство в том, что у нас коронавирус. Коронавирусу вообще все равно, да, по кому бить. Но как справляться с пандемией? Да? Вот это вопрос хороший, поскольку есть страны, где экономические последствия от этого удара, они не такие драматичные, как у нас, например. Да? Есть страны, где политика была куда более взвешенной и разумной. И вот именно поэтому многие люди, которые не вышли бы на демонстрации, если бы дело касалось только, например, коррупционных расследований, все-таки выходят на улицу. Да? И что самое поразительное, допустим, в том же Тель-Авиве почти каждый раз все заканчивается с не только штрафами, но и даже столкновением с полицией, арестами, и люди все равно выходят на улицу. В нашем городе, в Модиине, тоже люди начали выходить на демонстрации. И это несмотря на то, что у нас, наш город, он считается таким спальным районом, если угодно. Теперь возникла дилемма, да, вот мы вышли из карантина, то есть у нас с 18 октября отменяется ряд ограничений, и если все будет идти по плану, то есть если
отмена этих ограничений сама по себе не спровоцирует очередной всплеск, взлет статистики заболеваемости, то постепенно будут отменяться и другие ограничения. Причем сейчас уже даже опубликован четкий план, что и как будет делать Минздрав, если все будет идти хорошо. То есть есть какое-то понимание того, никогда, а при каких условиях будет отменен еще один ряд ограничений. И здесь, опять же, да, я говорю, возникает вопрос, а оправданы ли в такой ситуации те самые акции протеста? То есть вот правительство уже говорит, ребят, ну мы учли уроки прошлого, да, мы слишком резво отменили первую волну ограничений во время вот тогда, полгода назад, и вот в результате мы имеем то, что имеем. Сейчас мы сделали какие-то выводы и делаем, соответственно, ведем себя по-другому. Казалось бы, абсолютно легитимная вещь, да, во-первых, никто не застрахован от ошибок, во-вторых, ну, признают люди, да, что ошиблись и говорят о том, что сейчас будет вести себя иначе. Но, несмотря на это, опять же, демонстрации продолжаются. Почему? Хороший вопрос. Мне кажется, что многие просто уже не верят. Не верят этому правительству, которое раз за разом доказывало, что оно, ну, не способно абстрагироваться от всех политических нюансов этой ситуации. И у многих возникает такое ощущение, что коронавирус – это не единственное, что сегодня волнует нашего премьера. А конкретно тот самый процесс по его делам, политическое выживание, да, просто общественное мнение, которое говорит о том, что популярность Ликуда снижается. Если, скажем так, полгода назад по опросам Ликуд получал порядка 40 мандатов, то сейчас это где-то в районе 26-27-8. Да? Согласитесь, это довольно значимое падение. Вот. Я бы сказал так, отсутствие доверия со стороны населения к собственному правительству и является тем фактором, который заставляет людей выходить на улицы даже после того, как вот эта вот первая волна ограничений была отменена. Вот такой вот у нас получается 2020 год, он еще не закончился, у нас еще два хороших месяца перед нами, и единственное, в чем мы, да, можем быть сегодня уверены, это в том, что за эти два месяца еще очень много может чего произойти. Если чему и научил нас 2020 год, это способности не удивляться. Мы действительно не удивляемся, мы же просто впадаем в ступор.